Казанский федеральный университет вновь добился значительных достижений на международной арене, в частности, благодаря плодотворному сотрудничеству с Колумбией. Об итогах участия делегации КФУ в 6-й межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Колумбии пошел разговор на пресс-конференции, которая состоялась в стенах Казанского университета. Главными спикерами встречи стали проректор по научной деятельности КФУ и руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть». В рамках вот нашей рабочей группы были предметно обсуждены несколько вопросов. Вопросы о взаимодействии университетов Колумбии и России, вопросы трансфера научных разработок российских в колумбийскую экономику. И в связи с этим взаимодействие на научно-технологическом уровне не только с университетами, но также и через Колумбийское агентство